Всем привет! С вами Бигль Джина. По многочисленным запросам я наконец-то снимаю для вас обучалку по команде краб или боком. Название можно придумать любое, главное потом не забыть. Суть трюка в том, что ваша собачка должна двигаться боком. Выглядит трюк вот так. Изучение трюка достаточно простое, но есть один момент. Для начала нужно научить собаку следовать за рукой с лакомством. Приступим к изучению. Шаг первый. Ставим собаку с левой стороны, заводим лакомство так, как показано в видео. Отшагните на несколько сантиметров в сторону. Если собачка сделала хоть шаг в сторону, похвалите и дайте лакомство. Здесь наша задача сейчас показать собаке само движение. Лично мы учили сначала без голосовой команды, потом учились шагать боком, а затем ввели слово краб. Если же не выходит с лету, то кладем руку в районе задней части тела собаки. Также активно продолжаем работать с наведением, но теперь уже слегка подталкиваем собаку в нужном направлении. Каждый верный шаг сопровождается похвалой и лакомством. Продолжаем нарабатывать навык. Повторяем множество раз. Главное, сохраняйте хорошее расположение духа. Не рычите на собаку и не ругайте во время изучения нового трюка. Во время отработки постепенно отдаляйте руку с лакомством от носа собаки. Собственно, никаких особых секретов изучения этой команды просто нет. Трюк достаточно простой, выглядит довольно эффектно. Всем большое спасибо за просмотр. С нетерпением жду ваших достижений в нашей группе ВКонтакте. Все ссылки находятся в описании под этим видео. Всех люблю. Всем пока-пока.